Друзья, всем привет! Мы в лесу. Сейчас покажу вам настоящий сибирский лес. Уехали в горы, чтобы тут кое-что. В общем, за баданом приехали. Вот он растет. Это молоденькие. О, в таких, да, в таких корягах, в камнях он растет, как правило. Уже я насобирала. Берут вообще корень бадана в лечебных целях. Вот, но я с листьями, саженцы, так скажем, посадить себе. У нас на участке дождя не было. Сюда заехали, здесь дождь. Остановились, набрали сосенок. Хочу сказать, что, конечно, я не в лесу это делаю, а вот по таким обочинам, где грейдером проходят, и все равно это все сгребается, убирается. То есть тут даже копать не надо, просто вот так их раз и двумя пальчиками, и они вытащились. Вот, ну сколько, несколько штук взяли. Сейчас поедем это все сажать. Вот. Дождик то начнется, то закончится, но мы все мокрые вообще просто. Спустились с горы, солнышко вышло, в общем, моментально небо просто разъяснилось. Красота сейчас такая, все подсвечивает, все мокрое, сочное такое вообще. Ребята, видите, вон там вдали, вдали макушка белая, на Борусе у нас снег лег. Ура! Не знаю почему, но мне радостно. Скоро зима, это значит, что мы поедем на юг. Уже скорее бы. Ну, кстати, в Сочи тоже на Красной Поляне лег снег. И, по-моему, выше Рица на перевале Пыв там тоже, по-моему, снег уже лег еще вперед. А у нас вот сегодня. Ну, раненько, что хочу сказать. Да, конец сентября. Обычно еще не бывает снега. А в октябре начинается даже в горах. Красота какая, просто все сияет после дождя. Подарок нам. Сегодня у меня у старшего сына день рождения, но это больше даже мой праздник. Он его никогда не празднует практически, ну, как с тех пор, как вырос, так скажем. А 25 лет ему исполняется. Ребенок мой в Москве. Там будет с женой отмечать. Ну, а мы здесь с Федором, конечно же. Очень красиво. Дожди лили-лили. И вот прям сказочно.
засияло все солнышко. Смотрите, как небо голубое вышло. Прям вообще сразу настроение такое, такая красота сразу. Сейчас как мы все посадим, посадим, да, Федя? Сейчас по-быстренькому пожарю. Сегодня вообще по прогнозу стоит, что сейчас идет дождь. Представляете? Вот завтра тоже дождь, завтра уже ноль и снег ночью. Поэтому сегодня вот у нас такой прямо последний, можно сказать, день, чтобы, ну, потом по холоду не еще можно, но уже не, как бы не сильно хочется, так сказать, заниматься этим всем. Сегодня есть... Настроение есть этим позаниматься. Все, друзья, всем отличного настроения, солнечного, несмотря на погоду. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Копаемся у себя в деревне, зимовать ездим на юг. Строим, сажаем, копаем, выращиваем. Всем пока-пока. Дождик прошел, все пролил, то, что я тут до обеда пересаживала. Просто отлично. Ну и сразу солнышком-то вид какой, я обожаю это место.
задуманное сделала, посадила абсолютно все растения привезенные. Здесь перед домом полукругом с тремя входами. Вот эти промежутки. Здесь будут дорожки. Здесь будет деревянная веранда полукругом. Когда-нибудь. Вот, елки. Елки. Почему елки? Но они растут быстро. Быстрее, как бы, любых других деревьев, чтобы здесь создать нам такое закрытое местечко. Между елками бадан рассажен. Арку перенесла, где она теперь уже будет стоять. И уже весной вот эту вот площадку там внутри буду, ну, как место отдыха делать, получается. Идея есть, картинка в голове есть. Здесь тоже будет что-то плетистое. А может, эта арка останется просто как для украшения, также шариками или еще чем-то. Вот. Здесь тоже между кусками шифера бадан. Елочка, бадан, ива. То есть такая плотная будет года через два. Достаточно плотная изгородь будет. И внутри место отдыха с видом на пруд. Пруд полной воды набрался. Ну вот, подожду сухую погоду. Может быть, его и доделаю. Это все обрежется. Здесь у меня, если кто-то помнит, я делала, убрала старое покрытие, которое было. Оно порвалось. Был голубой фон там под водой, получается. И здесь инь и янь сделано кругом, полукругом так, вода и мраморная крошка. Ну, также и сделаю. Обрезать вот это надо все. Проверка на прочность у нас, по-моему, прошла. Но зиму, как не знаю, переживет. Ткань это. В общем, наверное, дожди кончатся, доделаю я пруд, чтобы в зиму он уже в нормальном состоянии уходил. Друзья, ну и видео на этом заканчиваю. Сегодня ждем минусовые ночью, такие уже конкретные. Ну, до минус 4, так скажем. А цветы сейчас из той беседки сарая я уже почти все разнесла. Кого куда, кого сюда, кого сюда. Герани все убрала. Ну и ждем снега. Ночью должен снег выпасть. Всем хорошего настроения.